знаешь, и по всем трем мобам. По ЛПшке дает. Мелкого можешь не бить, его вот так убьет. Дальше на следующем паке будешь уже вязать. Рога спрашивает, куда он идет. В туннеле. Вон, где рычаг слева. А, Рога, ты на Айне остаешься. Ты чё? Вкинулся тоже на Айне. Всё, погнали. Боже, вязать червя, подтягивай к остальным мобам, чтобы зауешить. Лужу кидать под мобов надо. И червя подтягивать к ним. Ну, на пожарнике по-любому надо будет Пау, наверное, спекать. Пау, ты штанчу пожарного, да? Ну, да, по один на пожарного надо будет по-любому. Подходить. Незваные гости! Вы заплатите за то, что посмели в... Я уже открываю. Погодите, я помню вас. Это было в горах. Но вы... Тебе только вот этих два боковых надо будет загодь на себе держать. Мелкого среднего мы убьем. Когда я скажу, будем перебегать на стороны комнаты. На правую. Танк. Ты на правую. Теперь на левую. Ты скажи, что моб кидает огонек, типа, и чтоб он видел. Там же... Ну. На правую. Иди, бей. Быстрее, налево. Сагай его, сагай. И отверни. Мелкого не трогай, большого. Больших бей. Мы остальное сделаем. И идти вверх. Я подумал, что понял тех, кто собирались с нами уже йогу. Дальше веди. Дальше веди. Большого веди. Не к двери, а к стене. Да, все пойдет. Так, сейчас убьем, по бокам бежите. Пациенту не бежите. В круги вот эти не заходить нельзя. Спускайте. Босса в центре. Держи. Вот сюда под балкон зайди. Сейчас он спрыгнет, ты отведешь его немного и вернешь. Все нормально. 12 ярд. Был. Пал, встань прям в меня в ДК. Прям в меня встань. Паладин, прям в меня в ФДК, не в танка, в ФДК. Ксена, тикину разгадь. Ретро пал, отойди назад немного. Нет, вон, ФДК, строль, блядь, бьет, машет. Встань в один пиксель с ним. Когда он отходит, ты отходишь. Сука, дай диспел по шуму. Сейчас отходить вам надо будет. У них танк уже. Сейчас у вас это... Все, верните.
еще раз надо будет сходить. Примороженный. Нормально выжил. Прожмись, ДК. Еще спасибо. Были бы стаки, я бы вас бы убил. Нитка, друид. Ой, кто там? Холипау, отойди влево. Холипау, отойди влево. Угу. Рога, утни. Крадевы. Я вижу ксен. Что? Червяк какой-то вылез, щупальца. А, это типа сив. В кавычках. Чё, блядь, чё, кошка КД или чё? Ксену разогнал, короче. Крадевы. КД чешу? Ну, утни сундук, типа, выйди из боя, утни сундук. У Рога же есть. О, наконец-то. Наконец-то. Поезд на Флойка. Ты не очень, кстати. Но она будет, я думаю, получше, чем которую мы сейчас имеем. Здесь крита сейчас 102 получу. А, на меткость лучше. Которая, да. У меня нет на меткости никакой. У меня этот... Ой, сегодня понял. Идет. Осторожно, ты дура сегодня... идет. Где? Кто не успеет, спрячьтесь. А, то успеем. Это, сегодня понял, ФДК, короче, доказывал в рейде, что... Этот, блядь... Не, не доказывал, а я видел просто в рейде, что вот этот Триня понял. И... С Макса, который с РПБ, блядь. Как я вот эта хуйня вот эта, блядь, понял. Короче, типа, он в 2-3 не носит, понял? И думает, что 2 сразу прокает. Ага, конечно. Большого. А ему, короче, СМЛ, понял? СМЛ, короче, пишет, говорит, что-то отдельно дурачок, отойдите. Понимаешь? Отведите Большого отдельно. Большой, блядь, должен быть... А, он, Большой хилится, если стоит рядом с маленькими. ДД. ДК. Просто детаунтись. В корни его киньте, и да, все. Нормально. Убьем. Сука, чё он тварь, блядь? Да, типа, прок трени на РПБ имеет смысл собирать тогда, когда у тебя просто шмота без камней. 4, ну, больше 400. Софт-кап, ебать. Больше 400. Только так. Нет. Софт-кап хотя бы надо. Смысл? Софт-кап 700, ебать, вообще-то. Да нет, зачем? Смотри, 400 со шмота, 600 с прока, и уже софт. No. Плюс кап. В смысле, софт кап идёт 700, ебать. Хард кап 1400. Причём тут 1400? Нет, софт кап это половина РПБ, блядь, это 50%. 50% это 700 РПБ. Здесь такой вычет. Ну, в смысле, ебать. Собери 700 РПБ и посмотри, сколько это в процентах. Это софт кап называется. Софткап еще я знаю только. Нет, софткап это 700 РПБ, это 50%. Хардкап это 1400. Слушай, такое. ДК, кидай туда лужу, я притяну большого. Да. Ну, блядь, почему пишут софткап? Потому что это половина РПБ, 50%. Причем по 1000, объясни мне. 1000 софткап я видел, только везде. На Летиция Джоркс, если знаешь, сайт такой. На Вармейне. Причем тут, блядь, видео? Почитай, не знаю, гайды там на том же этом, скажи мне, блядь. На Летиция... В Ван Клабе, или как его? В Ван Клабе, блядь. Как этот, сука, сайт называется? Оп. Странная дичь. Такой первый раз слышу. Про 600. Или сколько там? 700. Ну, 700 это 50%. Почему дичь? Объясни мне. Почему? Ну, там везде написано. Лучше тактику на Алгаона обсуждали. Причем тут у нас ДК, блядь, трэш не могут танчить, это Ирис за Алгаон. Что ты сейчас сказал, блядь? Я говорю, тебе надо научиться танчить боссов с трэшем. А я сказал, сейчас поправлю. Поправил, блядь. Он что, тебя бьет, блядь?
Я вообще говорю за... Посмотри на него. Да я тебе вообще ничего не говорю, тебе надо немного подучиться танчить. Да вы его взяли как-то, хуй знает, он, наверное, ДДшником шел, вы говорите танчи. Так, а в любом случае на Авгалона два танка надо, мы сейчас из-за Авгалона говорим, правильно? Поговорим. Или УАТ спекнется? Пау спекнется. Теряем урона больше. Ну так, два танка надо на Авгалон. Мы сейчас же за Авгалон разговариваем. АТ у тебя есть? Да. Ну, танк спек есть? Конечно. Есть хаш. Я ж танчил на прошлом ходу. Куда вы? Из газа выйдите, шам. Там еще цветы. Дриаду и дерево не надо бить. Так, кривого сделаю. Влад, прости, я рецепт учил. Там на 90% хп урона прилетело стычки одной. О, так, этих растений всяких. Так, на этом боссе ты один танчишь, поэтому проблем с этим не должно быть. Ну ты же знаешь, ну как ДД здесь вообще был? Да, я закрывал хэви, не переживай. Давай лучше сразу паладин, блядь, и больше ДПСа будет от ДКшника. Не будет больше. Сейчас все равно вата бегит. Ты видишь? Латэ, вот я вот. Латэ, у тебя спек с когтями? Да. А у меня нет. У него нет. Так что только 10% АП потеряете. Да и 10% у меня есть. Разбафайте меня, пожалуйста. Сейчас я его поставлю. Так, а какие нам же станы тут давать? На мелких. Два а, Ватан, будешь замедлять. Два войска есть. Сначала ты вызовешь, потом этот.
Я все на интерно есть. Зову. Эксерн еще. Интерно. Давайте тогда так. Эксерн интерно, а потом АТ, войск. Потом танк. Все, давайте, погнали. Вот я, Ксена, это МК разгонять будешь свой порчу. Древний, дайте мне силы. Я водного держу, да? Шаман на водном. Из этих ходите. Из лучей. Стоп-каст. Дерево. Хватоплёта убить? Не, давай лучше рога будет на водном, ДК на воздухе, а я буду бить хватоплёта. Давай так. Лишь бы работало. То я отвлекаюсь, даже дамажить не могу. Ступка. Смежались. Ну, в мини все, сова, блядь. Дерево. Где его убить? Зачем мне сбегаться, если там войск? Отходите от них. Думаете, нах. Так войско потом уже дали, а не сразу, правильно? У нас еще одно войско. А, этот инфернал давал? Вроде не вижу. Ни трупа, ни инфернала. Топка. Где? Появит. А, где его? В ближайшее от центра веди. Под гейп. Вон, появился слева. Угу. Пау, выйди в одиночный гриб, пожалуйста. Полик. Или на ком там, блядь? А, на Ксении. На мне. Стоп-каст. Там не всегда фридом надо давать, только в критических ситуациях. То эти кони там, они и так дохлые, у них хп 3 штуки или сколько. На Вармене, помню, можно ему было сбить этот каст. Очень долгое время не фиксил. Где? Тут прям хорошо, где его стоит. Стоп-каст. Сейчас, наверное, мелкие будут. А тут осталось немного вариантов. Или три, либо мелкие. Не, давайте бомжей на мелких. Да, 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 если будут мелкие. Сейчас сбегаемся. Где? Топкаст. Милики, отходите уже. А то сейчас как ёбнет вас. Там точечно. Сейчас
Сейчас ты будешь штуки. И все. Стопка. Помогите мне, все. Дети мои! Еще не готова. Ебем и выдыхаем. Газово. Все, далекие стали. Сапкаст. Не в реке, а вдоль. Там дерево. Миль. Звуча. Что-то мы слишком весело бьем. Плохо. Мне кажется, добом. Нет. Слабо. Слышь. Все, убиваем. Тут ее. Не. Да, убьем, убьем, добивать. Не, я не хочу умирать. В десятке оно ты не шоты. Ну, на всякий. Там за ком. Короче, комбо, может быть. Короче. Да. Паскуда, где ван, блядь? А можно вот эту выкройку протяжную? Ну, у меня она есть. Мне она не надо. Если кому не надо. Я почти тут живут. Ты был в десятке до этого. А что ты думал, вандал пойдет? Ну конечно. Угу. Как ты думаешь? Бля, да. Кто не знает? Здесь не давай думал. Лучше вкинулся, ты будешь танчить. Потому что тут слишком много времени объяснять будет это все и так далее. Паладина, тебе нужны вот эти перчатки? Да, у меня 213. Да, окей. А кто, блядь, выкройку сролил? А ну-ка идитесь. Крадевыч, а ну, блядь, на базу давай. Тебе надо оно? Вот ты, блядь, тварь. Понял. Будешь, блядь, своего крокодила еще месяц убивать. Блядь, ни одной новости, то дохуя новостей. Все знают же, что тут делать в Хэме. Кто-то не знает. Чет. Единственное, скажите, как вы на второй фазе стоите и все. Второй? На голове? Ну, мы по часовой стрелке бьем. Вводим. Типа начинаем. Вы в одном кемпе? В одном кемпе нельзя. Танк должен ближе к центру стоять. Вот где-то в. Вот серая полоса, кружок, полукруг, который между первой и второй, где-то там ты вводишь, чтобы разминировать бомбот. РДД ближе к стене.
Да и все. А, подожди, на фу, блядь, третью фазу припутал. На второй фазе мы начинаем. Там, например, 3 секунды у нас будет, примерно будет. Потом сбегаем все в центр, скидываем огонь. Там минус 20 дашь первый раз. А нет, мастера его дашь. Потом минус 20 на обстрел. И... блядь, гибнут-то нет. А мастер ауру ты имеешь в виду сокру? Нет, потому что первый раз... на огонь. На первый раз мастер ауру на огонь. Окей. Потом минус... На второй фазе. Да. А потом второй раз будет обстрел и огонь примерно плюс-минус так же. Там будет почти всем на вот этой круге в центр скинуть. У нас сразу по душе. И нужно будет слишком жестко захилить. Чуть что там, Найз, поможешь. Лишь бы убить, блять. На второй фазе пережить это все, и все будет хорошо. Отойду минуту. На минуту срочно. Олег, ты слева начинаешь, а справа. Остальные первая под себя, вторая справа. Да, на третий. Ну, я уже говорил, между первым и вторым полукругом серыми танчить будешь. Так, а зачем мне меточку-то поставили? А, чтобы видеть, где хилы. Смотри, вот мы сейчас начинаем фазу. Вот примерно вот ты выходишь, в огонь там скинем, в тупике. И примерно вот на такое вот расстояние напротив друг друга вы должны стоять. Чтобы хилить и доставать до всех людей. РДД тоже примерно вот тут, в этой зоне должен стоять. Не там вон возле кнопки, а вот примерно в этом месте. Ну, там расстояние держите, конечно же. Это для того, чтобы, блядь, в осени стояли РДД от хилов. Да? Бывает такое, да. Ну да, это я скажу, когда заранее. Нам все равно надо минуту подождать еще. Подождать. Ну смотри, мы первую фазу сходим, это 2-2.5, чтобы Гера была на третью. А, ёб твою мать. Ну давайте. Сука, я пьяный, лучше соображаю, чем ты трезвый. Я с другим смотрю. Подождите, кто-то в дверь звонит. Вот он. Если ты не знаешь, кто звонит в дверь, то значит пришли цыгане или... Я тебе скажу. Или я. Видите свидетели Иеговы. Я пришел. Зовут его. А цыгане могут проповедниками свидетели быть? Нет, это какой-то, блядь, три пауки, блядь, получается. Ну что, начинаем наше веселье. А чё вы, блядь, не поели еду? Настой? А где еда? Так ставили вроде рыбни. Нет. Я без настоя, у меня чистая мудрость висит. Это кто? Это 65 кенты. Что, блядь, нет? Урнера. А, стоп, она не показала то, что настоя нет, все, сорян. Но там написано сова. Так это эликсир, потому что. Или нет? Ну что, все латы за сильно девы, блядь.
свидетели, походу, слушают. Ну, давай еще раз, его погнали. Все, ну, Крадевич. Крокодевич. Ага, тут ваты, тут. Ваты, блядь. Саке. Че, в одной дырке стоим? Ну давай, похуй. А че в одной? Вторая партия справа. Ну. Да хули, где правая? Одной нельзя. Где право? Справа от кнопки. Охуеть, как смотришь на босса, блядь. Да смотрю, все встали туда, блядь, стоят. Вот я пришел. Цыгане забрали. Цыгане забрали? Цепились. Все, погнали, запускай. Ксену похуй, он один путь там стоит. Бежи, блядь. Выбежали. Блядь. Ага. Я ебу, как... нахуй. Ой, блядь. Ну хоть посмотри, что тут пацаны делают. Передо мной. Или БР. БР или не надо? Не, давай на третью фазу еще оставим. Беги, малышка, беги! Блядь, блядь. Захиливайте. Все нормально. Ну, рейнджу, дерево, блядь, с оком. Вы че, рофлите, блядь? Холипал. А че хилы, блядь, с одной стороны стоят? Вы должны на противоположных сторонах стоять, от центра. Вроде по разным паде, блядь. Мины аккуратно. Там до тушения 10 секунд еще. Сова, право пробеги. Сова. Скоро тушение. Добивайте. Ну, ДПС нам, в принципе, хватает. Нормально. Конечно. Давайте упор к стене. В угол какой-нибудь. Любой. Но лучше в один. Так, танк, ты танчишь огонь. Тебе не обязательно в него заходить. Стой, просто я. А он знает, он знает. Я знаю, что делать. Еще раз будем скидывать. Ходить. Ну не туда ж ты его иди. Блять, хуёво. Там его может не подойти просто. Иди тыкайте еще там. Жди. Ну да, то, как, ты там. Вокруг сосить. Ждите. Да, все, уходи оттуда. Рано там, Долгер. Вот. Сейчас, нормально, нормально. После этой, нормально. внутрь. Вот, блядь. Шаман себе огонь, блядь, ебаный рот. Выйди с огня, кто там, Холи Пау или кто там? Чё, блядь? Дза как помер. Чё, вы чё гоните в огне, блядь? Беги, малышка, беги! Ой, блядь. Диван есть или нет? Любого. Ладно, похуй, падай, падать. Хуйня. Ты ж говори, когда огонь, чтобы мы в мели забегали. Там в игре есть стандартный таймер. На время тыкаешь левой кнопкой мыши, появляется таймер. Нажимаешь на кнопочку часов, появляется таймер. На нем есть нажать вперед и сделать паузу. Есть обнулить таймер. Вот этот таймер надо нажимать, когда кнопку нажимают. Каждые 30 секунд кидается огонь. Не надо ничего объявлять. Просто все включите таймер и смотрите сами. Мне кажется, когда проще говорит, это один человек, не? Типа, ну, по-любому кто-то там проебется. Для людей есть аддон. В центр, блять, большую повозку разместите, чтобы видеть, когда что. Да и все будете видеть. Я так сделал, я все охуенно.
Так, если мы в девятером убили плюс-минус подтушение, значит мы в десятером убьем еще быстрее. Так что надо быстро. Друид баф. Поставил в центр. Вкинулся. Ну, все, все, давайте, пускай. Отсчет времени до самоуничтожения начал. Самоуничтожение области. Зачем вы это сделали? Разве вы не видели табличку? Не нажимайте эту кнопку. Ну как мы сумеем совершить испытание при включенном механизме самоликвидации, а? Мина, осторожно. Сейчас напалм будет скоро. Беги, малышка, беги! Чуть правее. Еще полминуты до тушения. Все, стопните немного урон. Здесь секунд. Не бейте, не бейте, эскейп прожмите, алло. Беги, малышка, беги. Сейчас тушение будет. Можете ебашить уже. Ебашьте, ебашьте. Во. Мины осторожно. Да, мины, кстати, возле вас. РДД. Все. В один кемп заходит. Не очень мы зашли. Дальше за столб не веди. Лучше кружочек сделай. В танк. Сука. Да ну ебаные лаги, блядь. Ой, блядь. А, даже не хильнули. Заебись. А где ты был? Уходи оттуда там. Сейчас бегаться. Бэр? Бэр есть? Подходите. Дайте бэр, чтоб я гиру дал, ебаный урод. А. Мастера ура не был. Ногой. Когда говорю подходить, через 2 секунды можешь мастера давать. Сколько он там беги, длится? Малышка, беги. Он длится. Сейчас скажу. Вот тут даже не написано. А 6 секунд. Я скажу, когда нажимай.
Бейл мы будем давать после избегания первого на второй фазе. Потому что там в молоко идет, если с пула давать. Типа там два каста, ну, ты сделаешь, потеряешь потом 8 секунд на то, чтобы сбегаться, выбежать. Ну все, скажешь, когда давать. Ну как, выбежим, так и сразу давай. Нет, ты же можешь. Ну ты же сбегаешься, и когда выбегаешь, уже можешь давать. Пау, поле пау, отойди правее. Тушение через 25. 20. Нужно будет тормозить. 15. Прохил. 10. Стойте, не бейте. Все, бейте. Медленнее. Потушит пусть, блядь, потом уже бейте. Да ёпта. Напалм. БР есть? БР пока. Я стану после. Да, после огня. Ну, Пау, ну куда ты ж, блядь, бегаешь? Ну нахуя ты в центре раскинул? Вставай быстро. Дайте ребаф помогу. МК дай. Дай МК. Или... Я ксену даю для раскрутки. Спадите огонь. Подходите, чтобы убить. Туда. Сейчас с двух сторон стойте, если не надо бежать в огонь. Блять. Что, блять, секта какая-то нарисовали. Скажешь, когда давать. Я могу отвлечься. Скоро. Все, он кинул. Сейчас будем сбегать. Сбегайте. Масса. Был. Жмите нахуй. Ну, за, хилься, блядь. Помогайте хилить. Джоанна выжить. Выжить главное, все. Не сейчас, не подходишь, ты же видишь, что стреляют, блядь, барахом. Не, все нормально, из огня выбегал. Не подходите, если там огонь. Аккуратно. Выйдите. Распределитесь вокруг. Ай, блядь. Ничего, массакры не было. Одна. А, нет. В смысле, ты под первую даешь мастер ауру, под вторую массакру. Под кнопку сбегаемся. Сюда куда-нибудь. Есть БР у второго друида? Все, пошли по часовой стрелке. БР есть у второго друида, алло? Угу. Бегите, Хил, быстрее. Сразу мазбав дайте, лапу и каску, главное. Эти по часовой пошли, а 7 человек против часовой пошли. Значит, мы будем двигаться против часовой стрелки. В одну давайте сторону все, блядь. Бомбот, алло. Голову бить. Милики штурмового. Уходить нам надо отсюда. Вот, вот тут держимся, ближе к входу, да? Держитесь. Ближе к входу. Всем двигать. Оставим тут огонь и пойдем направо. Бомбот идет аккуратно. Я пойму. Отходите оттуда.
Сова, уйди, там же бомба, аккуратно. Двигайтесь. О, посадили, бейте. Бейте пока. Заберите, ты, блядь, трэш ебаный. Блядь, сигнальные рядом стоят. Уходите оттуда. Сразу же, как встанет. А, огонь, огонь надо скинуть. Огонь под вход. Под вход скиньте огонь. Алло. Все. Все, побежали вправо. Сигнали аккуратно. А, заебись, бомба. Павел стоял. А то метка для ориентации. Давай, давай, переводим, переводим. Сука, а есть, блядь, что-нибудь на ману? Всех не убивайте. Одного возле. Есть иннер, иннер по шаману. Иннер по шаману есть свободный? Кто-нибудь, сова? О, спасибо. Все, погнали вправо. Ставьте сигнальный вход. Два штуки. Потушит и убьет. Все, сливаем, сливаем. Они нам мешать будут, не? Они же не потушили еще. Против часовой стрелки будете бегать. Встаньте кучнее, угу. РДД. Все, распределитесь. Огонь. Надо скинуть. Из центра выводи его. Все. Погнали кнопки. Кнопки, сука, ксен сдох. Кучнее, блядь, встаньте, народ. Нуля, встаньте. Метка. Там, а, там еще бомба, нормально. Надо к этой... Хуй знает. У друида второго не откадешилось? 3 минуты. Ага. Так, огонь. Беги, сука. Бараш, аккуратно. За спину. Похуй меня, блядь, баражем убило, блядь, оттуда. Хуй знает. Такая вот. Думаю, надо продолжать. У нас есть РДД? Есть два РДД. Да, уходим, тут, блядь, огонь. Вправо, вправо надо уходить, не? Беги, малышка, беги. Сука, да. Тут везде огонь, блядь. Вправо к двери уходите, откуда мы начинали. Нет, не иди туда. Танк, не иди туда. Блядь. Откинет. Ну ты нас нет, за тут... это. Там бомба, аккуратно, алё, блядь. Синяя что бомба, нахуй, друида сейчас убьёт. Всё, ладно, стойте там. Главное выжить. Подоберся. Много еще. 3 минуты. Бараш. Бараш. Паладин. Паладин, уйдите нахуй оттуда. После стены никогда не танчи, блять, ты понимаешь? Все, уходите, сова, 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 вас сейчас там зажмет огонь. Я тут подведи. Давай что? к двери, вот туда в левую сторону пойдем. Блять, за шоковый, аккуратно. Сука, тут бежать некуда. Огонь. Тогда мы выходим. Блять, огонь, сука. Хилься. По центру бейте и голову. Центр и голову. Отойди. Сова. Сова, шо? Да я рот ебал. Залупаю, то в 4 коллеги бить. Давайте, нахуй, нормально бить. В огонь зайди. Деньги, друг. Вот, а ключ есть? Колголона. Угу. Еще попула. И не будем мучиться. Ну, честно. Давай обычку убьем. По ДПС. ДПС с головой, блять, а люди тут. Мы время тратим только потому, да, что у нас 2 человека падает, и вы решили почему-то в 2 человека, когда лежат, в 8 человек можно идти добивать.
быстрее будет сразу упасть. Научиться как-то не падать. И 8 убивать. И не убивать не 8. Давай в пятером, чтоб ты понимал, ты говоришь за двоих. И убивать в 10. Не в пятером, вот эту зону. Ну, ты понимаешь, что до конца боя в любом случае кто-то да умрет? Нет. Да. Я понимаю, что на четвертой фазе, а до этого я ебал. Ну, блядь. Меня убило напалмом, например. Когда мы сбегали. После тушения там... Можно. Там каст замедляет. После тушения. Так что, убиваем обычку или еще трай? На трай и в обычке. Ну, все, давай. Типа, пятки убиваем, блядь, фармим. Как я не знаю, как трэш. А в десятке. Кого? Моего пожарника. Пожарника? Пожарника фармят как трэш? Похуй, что его только первый рейд убил. А, да? Ну, второй рейд вчера не убил его. Мы вчера полтора часа в санатории не сидели. Да уж. Паладин, уйди вправо. Ну, так что пожар не настолько легкий, как кажется, как бы. Сова, двигайся. Малышка, беги! Ксен, чуть вправо. Угу. Что сейчас с огнем ты? Мины, осторожно в центре. Ну туда ты его не веди. Шоковые 5 секунд. Отходите. Сейчас тушение. Убивайте. Ну, по-по-пау. Алло, блядь, ревностный, вы что, гоните, блядь, хилы? Его раскинул. Осторожно, слева мины. Еще раз на гуске. Нажмите на огурцы, возьмите все огурцы. Подходите к Павлу. Аккуратно, огонь. В нычку не носите огонь, его может не потушить. И нам неудобно будет. Все, Павл, уходя тут. Даю меру, да? Нет. Сейчас сходим, сейчас. Вышли. Был. Если что, подхиливаешь. Главное выжить. Беги, малыш! Заспрашивай. Прям чуть-чуть под назад отойдите меньше. Так лучше будет. Хоть выжить. Ну что, если мы сейчас без смертей переведем, то мы убьем. Здесь. Огонь, аккуратно. Разбежались вокруг, чтобы с одной стороны не стоять всем. Сука. Захиливайтесь, если надо. Сами. Все, давайте, ну, бейте. Все, хорошо. Да, чуть не бог. Все, блядь, РДД, в метку на себя поставь. Танк ловит бомбочки. Скидываем. Какого хуя вы туда пошли? Зачем ты говоришь? Что зачем? К стене огонь. Зачем? Нахуя? Нужно в одну кучку скидывать его, чтобы бомботы, блядь, оперативно его потушили в одном месте, а не... То смотри, сколько как у нас... Как ты, блядь, вообще молчал, начнем с этого? Чё ты не говоришь? Что ты говоришь? Меня не слышно. Должен говорить. Кто? Ты? Да все, ну, все, успокойтесь, давайте бить.
Белки, двигаемся. Мне пришлось кичать, блять, в 11 часов, нахуй, вечера. Чтоб меня услышали. К стене. Дальше двигаем. Не стоим 5 метров, не проходим. Дальше просто пройдите, блядь. Сигнал, видите. Хреноп. Дальше проводи бокс. Ксен. Или на команд. Вон. Сигнал их дайте. Все. Вливаемся в него. Должен сейчас умереть. Выдохнуть. Не убивайте сигнальных ботов. До хуя огня. Пусть потушит. Стоим здесь, вызовем это. Дальше видим. К метке, к магу. РДД к магу. БР. Отойдите, мина. К стене ближе. Блять. Вставай быстрее. Огонь. Дальше двигай. Беги, малышка! За спину. Я обстрел. Просто... Сразу отбежите. От босса. Ближе к центру отходи. Особо хила лежат. Понял. Вайп. Еще один вайп и в обычке. Вообще-то уже в обычке договаривались. Я говорил 2-3. Второй БР сдох от сигнального. Смотрите, хилы, вы должны не за боссом бежать, а перед боссом стоять. И соответственно, остальные тоже. На четвертой фазе. Да и на третьей тоже. Манайгет. На мага можно манайгет. Сигнальные нужно оставлять немного, чтобы они это
от огня чистили Айну. Потом я их убил. Задутую. Или так, за фокус. А ледяная бомба не так часто кидает. Все. Встань вместо. Просто обычки тут нехуй убивать, поэтому мы их и убьем. О, блядь. Ух, ебать. Повезло тебе. Нет, не повезло. Где секунд еще? Да ёб твою мать. Сколько можно на пулки до палма сюда кидать? Убивать. Бэр есть, что? Бэр мне тебя убьёт. Пал, где танк? Где ты бегаешь? Почему ты там в центре, блин, шароёбишься? И скидываешься огонь тут. Последнюю секунду. Бэр. Ждите. Там бафы киньте. Каску хотя бы. Но внычку-то не надо вести. Кинула бомбу. Сходимся. Был. Скоро обстрел. За спи... Блять, конечно, весь огонь не в центре. Охуеть. Выскидывай. Пустые. А, холик упал. Так, сколько ДБР? 3 минуты с чем? Пробуем. В центр. И пошли на другую сторону. Сейчас бомбот появится. Ага. Там умер. Бомбот. Огонь. Сейчас будет. Один. Обхитаю. Бомбот. Понял. Огонь сейчас будет. Один. Так, вкинулся. Отводи ты это, гоу. Несчастный.
она же на тебе. Все, спасибо. Огонь. Один. Убегаем. Блять, а где тушится вообще огонь, а? Есть инфа. Вадить отсюда. То вообще задует нахуй боты все нас. Думаю, это голова. Умы нахуй. Через полтора минуты рейс будет. Убейте. Сигнальных не убивайте. Где бы здесь скинуть? Одна бомба аккуратно куда-то полетит назад. Сейчас подавится. Я вообще развернусь, короче, пойду. Огонь сейчас. Мины аккуратно. Ага. Запах всех. Войд залёшь? Нет? Беги! Ванна есть свой залезть? Бэр сейчас, а все уже. Окей, падайте в огонь. И убьем в обычку. Не ожидал, что будет такие сложности. Беги, малышка, беги! Вроде все знают. Обычно.